новая ферма крупного рогатого скота подмосковного совхоза Щапова. В одной смене здесь трудится всего 13 человек, хотя обслуживают они стадо в 2000 голов. Всех коров без труда успевает накормить один сменный оператор. Ему достаточно нажать кнопку на пульте управления. Только 5 человек занято в доильном зале типа карусель. Ежедневная сдача молока после полного освоения всех технологических процессов достигнет 25-30 тонн. У любого крупного предприятия имеется свой детский сад. Есть он и на этой фабрике. В 9-й пятилетке войдут в строй 1170 животноводческих комплексов на промышленной основе.